Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга и другие сказочные герои перенесли ребят и гостей утренника в атмосферу настоящей зимней сказки. Новогоднюю развлекательную программу подготовили педагоги-организаторы школы. Выразительная игра актеров-любителей, яркие костюмы и танцевальные номера дарили всем лучезарное настроение. Праздник наполнил зал добротой и верой в чудо. Но, как и бывает в сказке, чтобы добрые силы победили, герои должны пройти через испытания. Справиться с ними помогали дети, они поддерживали актеров аплодисментами. После встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят ждал увлекательный квест, который для них подготовили родители. Дети отгадывали загадки, решали кроссворды, искали одинаковые рисунки снежинок, угадывали мелодии. А в конце игры им было необходимо отыскать мешок Деда Мороза. Мы сегодня были на елке, и мне там очень понравилось, потому что были разные персонажи, там выступали множество человек, и всякие там конкурсы были, истории, мы весело провели время. Сегодня мы были на елке, мне там понравилось, там было очень весело. Никто из ребят не остался без сладкого подарка, а еще они получили настольные книги загадок и ребусов. Но самое главное, дети почувствовали теплоту сердец, заботу и внимание со стороны педагогов и родителей. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.